Ну что, здравствуйте. Это наша мамочка. Здравствуйте, церковь. Да, говорите. Я мама Максима Заболотного. Поднимись, Максим Заболотный. Громче сделайте этот микрофон. И я хочу вам сказать, если мой сын был 12 лет в зависимости от наркотиков, то я была 40 лет зависима от никотина. Я курила 16 лет. Громче сделайте здесь тоже. И тогда, когда пастор объявил начало поста, я поставила перед собой цель. Я бросила курить. 40 лет зависимости. 40 лет зависимости. Сколько лет вы пытались бросить? Я никогда не пыталась бросить. Понятно, извините. Я обращалась к Богу. Вы даже бросить не пытались. Я обращалась к Богу, Бог мне говорил, ну тебе же это нравится. Зачем я буду бороться с тобой? А здесь я прошла эти 40 дней, как Иисус прошел в пустыне. У меня было очень много давления. Очень много было испытаний. Последние 10 дней я стала злая, завистливая. Я кричала по пустякам, я могла биться головой в стену. Я кричала: Иисус, помоги. Мне было желание устроить дома маски-шоу. Ага. С мамой. Маме. Да. Но я выдержала это. И чтобы вы поняли, и что она имеет в виду, дней... это ОМОН влетает и бьет в маски-шоу. Бьет всех. 40 дней я не курю. 40 дней вы не курите? Не курю. 41 уже. 41 день. 40 лет курили, и 40 дней вы уже не курите. 40 лет курила, и у меня поменялась жизнь. За 40 дней? За 40 дней у меня поменялась жизнь. Как она поменялась? Я начала смотреть на жизнь совсем по-другому. Я начала даже чувствовать запахи другие. Вы даже выглядеть стали по-другому. Да. Я стараюсь. Я вижу ваши глаза сейчас. И я благодарю Богу за то, что за его помощь в этой борьбе с этой никотиновой зависимостью. И теперь мне не стыдно смотреть в глаза Богу, вам и моему сыну. Спасибо. Господь, во имя Иисуса, я молюсь сейчас за твою дочь. Сила свидетельства Божьего, которое она сегодня произнесла. Я утверждаю и подтверждаю Божью свободу. Больше ни одной сигареты в жизни. Боже, очисть эти легкие за эти 40 лет. Милостью Божьей. Пускай твое исцеление придет сейчас во все ее кости, во все ее суставы. Во имя Иисуса. Я благодарю тебя, Господь. Аминь. Спасибо. Спасибо вам. Дайте еще Богу славу. 40 лет человек курил. И она ходила уже в сколько лет в церковь. Ей вон Максим ей помогает. Вот, и она не могла, она страдала, она не могла, она была очень зависима от сигарет. Вот, и часто Максим говорит: пастор, давайте помолимся за мою маму. Ну, тяжело, она не может, она все, она бросает на полдня, опять срывается. Вот, и уже первый раз в жизни, 40 дней, посмотрите на это счастье.